Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с родителями учеников и педагогами проверил ход капитального ремонта школы номер 2 имени Героя Советского Союза Безбородова в Кубинке. Обновление учебного заведения стало возможным благодаря президентскому проекту образования. Спасибо, что помогли войти в эту программу по капитальному ремонту этой школы. Это такие ускоренные сроки. Спасибо за контроль. И надеемся, что 1 сентября пойдем сюда. Будем вместе контролировать, только это стимулирует обычно подрядчика. Капитальный ремонт здания осуществляется в рамках реализации проекта «Новая школа» под патронажем Одинцовского отделения «Единой России». Чтобы 1 сентября ученики сели за парты, необходимо выполнить большой объем работ. В настоящий момент на объекте проводится демонтаж. Несущие стены подготавливают к штукатурке. Параллельно подрядчик занимается обследованием здания. Особое внимание будет уделено коммуникациям, напольным покрытиям, гидроизоляции и кровле. У нас крыша такая же скатная останется, или мы сделаем ее плоской? Плоская, плоская будет. С гидроизоляцией. Да, конечно. Школу приведут к современным стандартам. Задача сделать не только качественный ремонт, а в первую очередь комфортную среду обитания для детей. Здесь был всегда совместный пищеблок и актовый зал. Нам надо разделять. Их надо разделять. Вот при это будет что, пристройка? А, нет, это все будет в периметре. Пристройка, какие-то помещения, уйдут под пищеблок. Также Андрей Иванов обратился к инициативной группе с предложением составить список пожеланий по внешнему виду, внутреннему оснащению школы и благоустройству прилегающей территории. Их передадут застройщику и учтут при выполнении работ. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».